Всем добрый день. На сегодня было много работы, поэтому время уже поздно, буквально через час где-то. Мне нужно опять возвращаться на работу. Да, вот такая вот святая неделя, страстная начинается. Все идут причепуриваться. А у меня, я не приготовила ничего вчера на обед, но у меня есть бомж-пакет. Шутка. Поэтому я сейчас заварю бомж-пакет. Иногда я балуюсь такими супчиками, скажем так. Вот. И будем кушать. И потом тут присылают всякие. У нас выборы на Пасху, представляете, 28 числа президента выборы. И вот шлют всякие карты. Мы не резиденты, не могут выбирать, идти на выборы. То есть только граждане. Я не гражданка, я резидент. У меня вид на жительство. Гражданство в Испании с Россией двойное не существует, поэтому избавляться от русского гражданства я не собираюсь. Не вижу пока в этом смысла. Может быть, потом побольше, подальше. Но пока не вижу смысла. Единственное, что мы не можем... Президенты не могут работать, например, на государственных работах, в мэрии не могут работать президенты, не имеют права голоса. Вот. Ну, в принципе, мне не очень-то хочется голосовать. Я в России-то не особо голосовала. Насчет работы в мэрию. Вы знаете, мы даже на уборщицу, если в мэрию, то не можем идти работать. Ну, в принципе, там особо нас никто и не ждет, поэтому как бы не особо мне это и надо. Да ты уже сел, что ли? Как-нибудь поподробнее вам расскажу обо всем этом. На. Это для зубов. Чуча у него для чистки зубов. Типа того, но все это фигня, конечно. Ну так, ему нравится. Вот, кстати, здесь... Ой, блин, хомуха. Бомж-пакет с курицей. И машинку надо, чтобы постиралась. И все. И опять на работу. А потом, может быть, на пляж схожу. Если, конечно, не рухну. Что думаю, что не рухну. Все мы выдержим. Que? Que pasa? Que no, papi? ¿Dónde está papi? ¿Dónde? Ой, донде ста папи? Ой, ми побри ниньо, и папи. Ой, саи до папи. Ой, ке пена. Ой, как жалко. Тут муж был просто сейчас. Там впереди он к нему в машину залез и уехал. Донде ста папи? Донде? Ой, какая жалость, уехал. Папи, донде ста? Ой, ой, на пасу? Чего? Уехал? Уехал папе, да? Уехал, ой, ой, донде? Ой, а донде уехал? Куда? Куда? Куда уехал? Поехали на работу, да? Маме-то тут? На работу поедем, да, мининечику. Какая жалость, папа уехал, оставил маленького мальчика. Посмотрите, в такое ощущение, что время уже часов, вернее, еще часа 4, а время уже 8 час, представляете? А солнце еще так, уже еще так высоко. Боже, что я заговариваюсь. Я за сегодня так много наболталась с клиентками, что у меня уже язык за это заваливается. А еще знаете, что хорошо было? Так как они, ну, кучкой сидели, они между собой общались. И мне, то есть в первой половине дня, ну, я не, конечно, наболталась, но не так сильно, благодаря тому, что они там между собой обсуждали то одного, то другого, то третьего. А вот после обеда пришлось болтать. На всякие темы развлекать. Я как развлекаю? Я, конечно, по человеку. Некоторым людям видно, что им хочется помолчать. Они достают свои телефоны и сидят в них. Ну, мне в этом случае лучше, знаете. Не приходится развлекать, как говорится.
А есть люди, которые, наоборот, приходят в парикмахерскую, чтобы пообщаться, поболтать, обсудить. Вот там уже ищешь темы. Мне поначалу было тяжело придумывать, на какие темы можно с ними общаться. Потом, конечно, разрулила ситуацию и поняла, что к чему. В магазин я сегодня не поеду, потому что завтра мы не дома кушаем. Не я, в общем, поэтому зачем что-то покупать, если дома не будем кушать. А в понедельник тогда уже посмотрим, может, тоже какие планы построим. Хотя мне нужно с утра будет в банк сходить, дела кое-какие поделать. В общем, в магазин не поеду. Да и все есть. Я тут в полях иду, на пляж. Фу, блин, паутина летает. Как это? Как осенью, знаете, когда бабье лето, тоже очень много паутины. Ой, в общем, отпахала первую часть, как говорится, страстной недели. Осталась вторая часть. Там уже, представляете, здесь выходные четверг и пятница официальные, когда никто не работает, только четверг и пятница. Вот, но я в четверг откроюсь, потому что два дня выходных для меня это очень много. Потом все те же самые клиенты придут в субботу. Хотя у меня уже на четверг там такая очередина. Ой, ты откроешься? А, ну тогда я приду. Ой, ты откроешься? Я уже, знаете, стою такая, голову мою, думаю, блин, нафиг я сказала, что я открываюсь. Ой, думаю, блин. Ну ладно, а знаете как, тоже не скажешь, потом разузнают, обижаться будут. В общем, такие вот у нас дела. Сейчас пойдем на море поглядим. Тут что-то жгут траву, наверное, прошлогоднюю. Все радуются. Говорят, на пляже уже много людей. Ну, что-то, знаете, ветер все равно ледяной. Ну, не как ледяной. Ну, совершенно не пляжный. Мне еще холодно. Я еще, смотрите, даже в джинсовке иду. И там у меня рубашка такая теплая. То есть, совершенно не летняя погода. Ну, людям уже хочется тепла. Многие отпуск берут на страстную неделю. И поэтому хотят полежать на пляже. Но у нас еще предстоит очень много времени полежать на нем, поэтому некуда спешить. Пускай они лежат. А мы полежим, когда действительно придет лето. Смотрите, какое у нас море. Там щеночек бегает со всеми. Смотрите, ребятишки уже в море. Закаляйся, если хочешь быть здоровым. Смотри, щенок. Сначала он сожрал там у рыбаков всю на эту, как это называется-то, начинку, нет. Ну, на что ловят рыбу. Сожрал у них там. Теперь вот он побежал туда. Так и смешные щенята вообще. А Чарли вообще бегает и не понимает, что происходит. Видите, не так уж и много на пляже народу. Есть, конечно, но купаться никто не купается точно. Смотрите. Лежат, загорают. Даже, я бы сказала, не загорают, потому что в одежде все. В общем, наслаждаются весенним солнцем. Если хочешь быть здоров. Пока можно с собаками по пляжу ходить, а то начнется купальный сезон и все. С собаками нельзя на пляж. Знаете, что мне интересно? Интересно, что есть вода или нету? Нету. Нету воды. А на других пляжах есть, а тут еще нету. Что-то ругаются не там. Из-за собаки, наверное. Но собака, конечно, жесть. Все ко всем подходит. Ей по барабану. Но щенок еще и надо тренировать и тренировать.
уже дома. Я себе тут ройбуш заварила. Шоколадный, боже, он пахнет на всю кухню. Так вкусно. Мне сейчас посуду буду мыть. В общем, заниматься домашними делами. Сейчас буду смеяться. Смех и грех. Я вчера, позавчера, залила кипятком 5 вот этих вот черносливин. 5 черносливин. Ну, естественно, как всегда, выпила эту воду и съела эти 5 черносливин. Вы не поверите, эффект продолжается 3 дня. Ой, у кого проблемы, вы сами знаете, со стулом, скажем так, то очень сильно помогает. Первый день прям вообще, второй день так, сегодня уже нормально. Это пипец какой-то, вообще прям средство улетное. Чернослив заливаем кипятком, выпиваем эту воду, как чай, и съедаем чернослив. И вообще никаких проблем. Вот, я уже, знаете, первый день думаю, зачем же я 5 штук съела? Ой, они прям, знаете, так набухли, прям настоящий чернослив, такой вкусный, сладкий. С таким аппетитом съела. Не знаю, действует также свежий чернослив. Хотя вот сливы я ем. Они, сливы какие-то у нас продаются, и желтые сливы, и черные сливы, но они какие-то невкусные. Во-первых, они твердые, вот знаете, как у нас с дерева, конечно, с дерева сорвешь, у нас в деревне были, в общем, в саду чего только не было, и вот тоже были сливы, абрикосы не было, абрикосы сажали, но они почему-то не принимались, точнее принимались, но плодов не давали, наверное, может быть холодно, не знаю. А дерн у нас какой был, знаете, еще когда морозцем ударит, такая вкуснятина была. Вообще воспоминания, как говорится, с детства очень приятные. И здоровские. А вообще у меня было самое счастливое детство в мире. Да-да. Я сейчас его вспоминаю и кайфую. Почти весь день на улице. Бегали, играли в разные игры, знаете. Не то, что сейчас. Сидят в эти... в машинке всякие игрушки, каких только нет игрушек. Я даже половины не знаю, какой половины, я вообще не знаю, как они назывались. Хотя у меня была приставка, помните приставки там Марио, боже. Моя игра Марио. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И вот там он прыгает. Ой, ностальгия. И помню, знаете, нас ругали, не смотрите телевизор. Был телевизор у нас черно-белый. И цветное купили. И вот мы играли на черно-белом, потому что типа он сажал телевизоры. От приставки они сажали телевизоры. Не знаю, правда была, неправда. И вот чтобы мы жалели этот телевизор, и нам не разрешали играть в приставки вот на цветном. У вас такое было? Не знаю, может быть и у нас только такое. Или не знаю. Да мне кажется, это у всех такое, что не разрешали играть в приставки вот эти вот. Картриджи были такие классные, а сейчас такая, чего только нету. И какие-то маленькие, и большие, и тетрас, боже мой, а тетрас. Это же вообще, это наши... У меня даже, я в телефон загружала тетрас, представляете, ностальгия какая-то была. Ой, вот такие вот воспоминания, велосипеды, боже мой, на велосипедах как катались. У меня обуви даже не было летней, представляете? Не было зимой, ой, весной, летом летней обуви, потому что я ходила в деревне босиком. Представляете, сейчас босиком ходить? Нафиг все ноги пообрежешь? Хотя я обрезала ноги, знаете чем? Когда скашивали траву, и вот оставались пеньки от лопухов, они, такие прям мне резали... Здрасте. В общем, как вспомнишь. И ничего, живые, здоровые. Никаких болезней. Я за всю школьную жизнь не пропустила ни одного дня. Представляете? За всю школу. Вот вообще не пропускала школу. Ни разу. То есть я ни разу не болела в деревне. Представляете? Ни разу. Зато сюда приехала чуть ли не каждые 2 недели. Это вот я сейчас витамины пью. А так хрена, каждые 2 недели я как штык болела. А в деревне нифига. И то я один раз ногу так сильно подвернула в детстве, в школе. Прям сильно-сильно. И чё? Меня все равно погнали в школу, иди. Там идти, наверное, 3 километра было. И я пошла, я взяла палочку и поковыляла.
так и вот такое детство было. Ну, и я даже это сейчас вспоминаю как бы с улыбкой, потому что у меня было вот такое с детства классное. Мороз, 30 градусов, поземка, а ты на улице, весь сырой, щеки вот такие красные. Ладно, я что-то зашлась в воспоминания. Просто у меня было, правда, самое счастливое детство в мире. Некоторые жалуются на свое детство, не знаю. У меня было все зашибись. Так что вот на такой нотке буду с вами прощаться до завтра, пить свой ройбуш без сахара. Ну, я уже немножко привыкла. Я очень сладкоежка, поэтому кто сладкоежка, меня поймет, что пить чай без сахара это или есть, или когда тебе так хочется сладкого, ты этого не можешь себе позволить. Это так грустно. Ну да ладно, не будем о грустном. Всего вам самого лучшего. Не забывайте подписаться. Завтра будет интересно. Кое-куда поедем, кое-что будем делать. Так что всем пока-пока и до завтра. Пока.